Очередной трагический случай произошел на железнодорожных путях в Одинцовском округе. На этот раз под колеса электропоезда недалеко от станции Одинцово попала молодая женщина. Она неожиданно появилась перед поездом, машинист применил экстренное торможение, но не успел остановить состав. Девушка получила смертельные травмы. Представители УАО РЖД и администрации Одинцовского городского округа напоминают: железная дорога – зона повышенной опасности. Берегите себя и своих близких.